Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице объявили желтый уровень погодной опасности. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра России, в Москве и в Московской области объявили желтый уровень опасности. Уточняется, что меры приняты из-за сильного порывистого ветра, скорость которого достигнет 12 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, предупреждение действует с полуночи 30 октября до полуночи 31 октября. Днем 30 октября температура воздуха в городе опустится до минус 1 градуса. Погода будет облачной. Также ожидаются осадки и гололедица. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на сайте mymsk.online. До скорого!